пошло во время сикой. Что происходит? Ты у меня что, девушку отбиваешь? Девушка, а можно с вами познакомиться? Нет, нельзя. Ольга, 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 Ольга. Выходи за меня замуж, ну, Оля! Знаешь, я ведь привык считать тебя своим лучшим другом. И тебе понравится, он отличный парень. А если он мне слишком понравится? По-моему, это просто подлость. Я знакомлюсь с девушкой. Ох, какие у вас глаза чистые! Целуюсь, блин, с ней. Появляешься ты тут. Здесь, в белом. Печка! Здорово, знакомься. Я умираю! Зачем морочишь голову моему простодушному дружку Алексею? Все, как договорились, один есть, да? Что ж так делать, если Боря? Кто тебя названивает все время? Петя, а что происходит? Я не понял, он что, приставит к вам девушку? Спокойно! Пусть она сама решит, все по-честному. Он тебе нравится? Очень нравится. Не родилась еще на свете такая баба, за которую мы бы поругали. Это моя баба, понимаешь, специально для меня. Простите, Петр, можно вас на секундочку? Петь, а что происходит? Сейчас объясню. Вы вообще и кто? А вы? Вообще не знал, что люди такие бывают.